Путепровод на автодороге Московское Большое Кольцо у поселка Дорохово должен был быть открыт в 2015 году, однако он до сих пор не достроен. Не возведен главный пролет моста, и железнодорожный переезд продолжает собирать очереди. Строительство ведется с 2013 года, им занимается Росавтодор. Мост откроют в августе. А вот куда больший путепровод в Тучково уже простирается над переездом, несмотря на то, что его строительство было начато также в 2013 году. По программе губернатора Московской области «Свободный переезд», предусматривающий строительство 17 путепроводов, на возведение моста в Тучково было выделено более 3 миллиардов рублей. По плану объект должен быть достроен в ноябре. И все же лучше оставить и старый переезд для местных пенсионеров, которым пешком на такую верхотуру не подняться. Петр Ларин, Строительство.ру.